Всем привет! Сегодня мы начали день с поездки в тренажерный зал. Не всегда получается в него попасть из-за плотного графика в работе. Сегодня тот самый день, когда мы выкроили время для занятия спортом. Далее мы заехали за запчастями на рабочие машины. Всегда заказываю по интернету запчасти в Евроавто. Отличный магазин, есть запчасти на все машины и цены ниже, чем в магазинах. Узнали здание? Помните сериал «Саша и Маша»? В начале сериала показывали здание интересной формы. Так вот, это оно. Сейчас у нас, в общем, должна была быть съемка, но не получилось. Мы приехали до клиента, а в договоре было прописано, что просто идет доставка без... Там только установка карниза без развеса штор. Да, и поэтому развернулись и уехали. Заехали в Макдак, сейчас поедем домой. С горя выпить кофе. Да, сейчас поедем домой доделывать работу. Только не переверни дорожку. Скоро мы поедем в одно путешествие, снимем видео крутое. Не одно. Да, и не одно. Там будет в несколько частей видео. Классное вообще. Там покажем вам новый классный город. Кстати, новое мороженое. Его не было, но это раньше. Новое мороженое?
Ну, я так поняла, что им пришлось просто поменять частично меню. Да, вкусно. Прикольно. Варенье вкусное или мороженое? Варенье, мороженое. Реклама вкусная и точка. Я вкусно. Клубничная? Клубничная, да. Ну, приятного тебе. Спасибо. Заехали в магазин за продуктами. В Москве так увлажняют зелень, чтобы сохранить товар и придать продающий товарный вид петрушке. Параллельно нам на работу привезли стеллажи. После заехали на нашу работу. Да, кстати, посмотрите, какой сегодня красивый закат в Москве. Просто космический. Кстати, завтра мы едем на наш участок косить траву и устанавливать уличный туалет. Кто еще не подписан, подписывайтесь, впереди много классных роликов. Ставьте лайки и комментируйте.